ближайшего внука 9 часов лететь. А теперь уже не полетишь. Визы никогда не дадут. А так все хорошо. А это собачка Луша. А, собачка. Да, собачка, она соседская. Когда соседка задерживается, я ее выгуливаю. Ну вот видите, всегда есть чем заняться. Так я и говорю. Все хорошо. Чего мы сидим-то? Давайте выпьем. Рюмки-то железные еще есть? Конечно. Конечно, давайте выпьем. А вам сколько? Все уже, да? Слушайте, что мы с вами в тишине сидим? Давайте я сейчас музыку поставлю. Угу. Только помедленнее. Вот, я как раз хотел помедленнее. Если можно, про карасей.